Строительство крупного физкультурно-оздоровительного центра завершается в подмосковном Красногорске. Новый комплекс станет домом для Академии хоккея. Она будет носить имя олимпийского чемпиона Владимира Петрова. Тренироваться там смогут и фигуристы. Для этого оборудуют две площадки с искусственным льдом. А еще зал для занятий волейболом и баскетболом. Открытие уже в ноябре. В каждом городе Подмосковья огромный спрос на ледовые площадки. Это и фигуристы, и хоккеисты. Вот здесь, по сути, нет льда в Красногорске. Такая школа, конечно, как принято говорить, обречена на успех. Строители молодцы. По сути, такой объект на два льда они сдадут за 12 месяцев, даже чуть меньше. Поэтому очень приятно, что здесь высокий темп работы. Очень надеемся, что эта школа воспитает наших будущих олимпийцев.